Все значимые экономические и социальные проекты, запланированные на этот год, будут выполнены в полном объеме. Об этом шла речь на очередном заседании правительства республики. Несмотря на объективные трудности, наложенные на страну санкции так или иначе затрагивают и экономику МРИЭЛ, региональные приоритеты остаются прежними. В частности, на заседании речь шла о финансировании мероприятий по переселению из аварийного жилья, о программе газификации на 2017-2021 годы, об изменении способов и условий приватизации госимущества, финансирование строительства школы в селе Эмеково Волжского района. Леонид Маркелов подчеркнул, что необходимо сохранить динамику и темп, который демонстрирует сейчас строительная отрасль. Для этого необходимы крупные инвестиционные проекты как в районах, так и в столице МРИЭЛ. Принят закон о государственно-частном партнерстве. Мы хотим, чтобы некие проекты, реализованные в республике, пока не буду о них говорить, чтобы не говорить гопы, когда они увидят, подписано будет решение всегда, мы посмотрим, как они реализуются в рамках государственно-частного партнерства, чтобы, скажем так, инфраструктурные объекты строили частные компании при поддержке правительства. За деньги, опять же, частной компании или кредитных учреждений. И, конечно, Йошкар-Ола даст старт этим проектам. Вот что касается Йошкар-Олы, то мы, конечно, ставим задачу и мэрии, и сами помогаем, в том числе и муниципальное образование города Йошкар-Олы, чтобы как можно больше частных объектов строилось в Йошкар-Оле, и что позволяло и увеличить объемы общестроительных работ и задействовать наш строительный комплекс. Поэтому у нас свободный доступ к земле, никаких ограничений нет, везде аукционы, все желающие могут поучаствовать и в реализации программы строительства жилья, и любая заявка для строительства социально важных объектов, и там, условно говоря, и торговых центров, и каких-то развлекательных, и крупных супермаркетов, мы предоставим, пожалуйста, возможность. Вот стартует строительство крупного гипермаркета в республике, это очень важный объект, более 1 000 000 000 рублей инвестиций, пожалуйста. Мы считаем, что за счет строительства этого объекта мы сможем наших строителей задействовать. Это заработная плата, это налоги. Просто сохранить предприятие. Это очень важно. Вот. Но в то же время государственные инвестиции с каждым годом мы планируем увеличивать. Если в 2017 году задача выжить, то в 2018 году мы все-таки рассчитываем сделать шаг вперед. Меры по поддержке строительной отрасли будут предусмотрены в республиканской адресной инвестиционной программе развития МРИЭЛ на ближайшие годы.